какие-то разборки там, да, с автором этого мема, с автором этого, этой песни. Что-то там происходит, короче, да, я не знаю, чем все закончится, но пока, тем не менее, мы можем послушать трек «Инстасамки» «Тяги». Сейчас мы смотрели трек «Cree Banks». Было так себе. Посмотрим, что нам предложит «Инстасамка». Сниппет трека появился 31 марта. «Тяги» — очередной поп-трек с элементами «Джерси Клаба», в основном отвечающий на «Дис», «Maybe Baby». Трек является своеобразным рофлом над мемом про бархатные тяги в стиле Даши. Хорошо, давайте посмотрим на уровень качества этого рофла. Что нам предложит инстасамка в этом треке? Потому что это должен быть какой-то хитовый трек. Потому что это мем очень распространенный, тем более, ну, инстасамка хитмейкер, да? А вот здесь можно проголосовать за треки, которые будут разбираться на следующем стримчанском вот здесь, вот на канале, и за стримами тоже. Вот тут вы можете это сделать, да? Вот здесь. И не спрашивать, что будет, какие синглы, а вот зайти сюда и проголосовать. И будет кайф, просто кайф. Да. А мы слушаем. Тяги. Let's go. Мне кажется, песня полностью отработана с точки зрения коммерческого мемного хита. При этом технически она прошла довольно ровно. Мне кажется, песня удачная, песня западающая. Вот именно песня, чтобы подурачиться, да. Вот почему-то люди любят сравнивать вот такую легкую музыку, да, легкую мемную музыку, попсовые какие-то хиты. Я не знаю, откуда у них там злость или откуда у них жопная тяга появляется бомбить на такие треки. Но типа суть в том, что это улыбка. Это музыка. Это музыка подурачиться, поулыбаться, в хорошее настроение, не знаю, там, в машине послушать, с другом, там, девчонкам каким-то, еще чего-то. То есть это просто легкая история. Легкая история на улыбнуться. Работает ли она? Я думаю, да. Интересно ли сделано разнообразие текст? Я думаю, что достаточно для этого трека. С точки зрения хитовости, это много, реально. Большой ли этот трек? Мне кажется, нет. Это актуалочка. То есть там ли психа, или там за деньги, да, нет, конечно, не натягивает. Но как актуалочка, это реально звучит круто, сделано на высоком уровне. То есть Даша продолжает, в принципе, улучшать свой скилл и показывает даже с точки зрения какого-то флоу что-то более-менее интересное. Поэтому как рофл, не очень хорошо рофл реализован. Почему? Что не так? Разнообразные куплеты, четверки разнообразные. Вот это вся история, да. Ну, что тут придумывать еще-то? Мои тяги, всегда на мне тяги, чтобы просто люди флексили и башкой кивали под эту песню, если есть настроение. Вот некоторые люди говорят, что, типа, эта музыка может кого-то отупить. Если у тебя нет соответствующего настроения и запроса послушать такой рофл, ты, даже если ты услышишь его, ты его переключишь. То есть заставить это слушать нельзя никого. В принципе, невозможно. Если у тебя есть соответствующее настроение, и тебе хочется подурачиться, как вот люди, не знаю, там могут подушками биться, я не знаю, там водой друг друга побрызгать, вот, что-то легкое, они могут пофлексить под этот трек.
А типа там кого-то затягивать и заставлять такую музыку слушать, это, блядь, невозможно в принципе сделать. Кого это от этой музыки воротит, он близко к ней не подходит, а если слышит, то ее сразу переключает. Поэтому это ровно для тех, кто может с этого поугарать. Все. Я все у Карди украл, ты ждешь меня, я Бандана. Все, да, то есть мы ждем Бандана, он все у Карди украл. Все знает, все там. Да, там, да. Александр Романов, да. Саня Романов, Бести, там, клипы за лямы. Все у Карди украла, да. Вот твоя кардиограмма, ты все у Карди украла, но в тебе Карди не грамма, да. Кардиограмма читается, что я маме, я все у Карди украла, ты мне жестче бандана, да. То есть вот он, ответ, что касается диска, да. То есть тут и ответ, и дурость, и какая-то мемная история. Звучит, западает. Трендово, да. Джерси немного добавили, Джерси поп. Не знаю, по-моему, с точки зрения того, как это должно было выглядеть для нее, просто легко и понятно. Оно сработало. Веселенький трючок. Клипа нету, да? Клипа нету пока. Клипа пока нету. Я думаю, он появится. Я думаю, он появится. Ну, ярко, да, яркая мем работа. Яркая мем работа, мне кажется, которую стоит реализовывать дальше. Да. Так. Рифм образа. Ну, учитывая Джерси Клаб, это все-таки, да, хоть и поп. То есть он как будто психи, врачихи, то есть это тусы, юзер, груди, тяги, 5, да. Структура ритмика 8. Да, хорошо разбавила в куплетах разнообразие, припев чуть-чуть однообразный. Да, реализация стиля. По технике, по сведению весьма хорошо, ничего особо разнообразного, но весьма неплохо. Да, крепенько сделано. Индивидуальность и харизма. Опять же, сделала ровно, справилась. Я бы даже, пожалуй, сделал здесь 9 с точки зрения техники, да. Нет, 9 недостаточно. Точнее, слишком переборно, да. Здесь, наверное, 7-8. Да, то есть, возможно, восьмерочка. Трендовость актуальный жанр. Поп Джерс 5 баллов. Да. Так. Либо 4, либо даже 5 я бы поставил этой песне. Она работает. Правда. Бля, вот я, знаете, я каждый раз, когда оцениваю треки инстасамки, когда они хорошие, у меня есть ощущение, что надо оправдываться, блядь, за то, что они хорошие, то, что я за них говорю хорошо. Есть ощущение такое, что как будто, блядь, вот навязанная вот массами вот эта история про вот нетрушность, про всю вот эту хуйню, что, в общем-то, так и есть, она чем она сама и рофлит. Что это как будто что-то такое негативное, и ты такой, бля, нормальный трек. Типа, ебать. Нет, это нормальный трек. Все, это просто хороший трек, который работает и качает. Вот эти предрассудки, которые вот везде витают, это какой-то пиздец. Чувствуете, да, вот эту историю, что типа есть вот этот стереотип. Мы, допустим, разобрали вчера альбом Салуки, который музыкальный шедевр, ебаный в рот. Слушаем там сложные треки, там какую-то музыку, и тут такие, бля, трек инстасамки, пиздец. И получается как-то, ну, кто-то может что-то подумать, не подумать, там, надо, не надо. Похуй. Короче, этот трек охуенно работает. Реально. Наверное, просто моя вот эта тяга, блядь, бархатная, сука, к тому, чтобы объяснять максимально подробно то, что я говорю и делаю, да, то есть максимально подробно объяснить, почему, блядь, она заставляет и каждый раз объяснять вот эту всю историю, хотя, блядь, ты можешь просто оценить трек и сказать, что он там охуенный, условно. Да. Ну охуенно же, ну чё вы? Снова ебаная. О боже, что за тяги, мои гучи тяги, 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 они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентяги, тяги, тяги, тяги. Вот эти едливы, да, там, уф, уф, уф. О боже, что за тяги, мои гучи тяги, 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 они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентяги, тяги, 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 мне муж купил мне. Как каждый день, как выхи, тусим, как будто психи. После тяги, тяги, звоните, я удаляю сторис, на утро после.
Первый куплет поинтереснее был. Да, мои мозги меньше моей груди. Я поставила импланты, чтобы ими трясти. Эй, детка, отойди, не наступи мне на тяги. Ты за это не шаришь, что это Баленсиаги. О боже, что за тяги, мои Гуччи тяги, тяги, тяги. Чуть однообразно, конечно, все-таки. Вот, ну, 4,5, но не 5. Да. Спасибо, спасибо. Это прикольно было. 60 баллов, круто. Чуть во втором куплете немного не хватило. Может быть, какого-то бриджика еще. Прям легенького совсем, да? Да.